Подошла у нас к концу эстафета с элементами кроссфита, посвященная Дню Победы. К сожалению, из-за неблагоприятных условий были принесены соревнования на более хорошую погоду, так скажем. Все, в принципе, показали нормальный, хороший результат. У судей никаких предвзятых отношений к участникам нету, нет какой-то цели кого-то тянуть куда-то. Так что судили, кому-то так делали какие-то поблажки, кто чуть-чуть не справлялся. Но победила в итоге все равно сильнейшая команда, сильнейшие участники. Так что кто лучше подготовлен, тот и побеждает. Начинаем награждение с личного зачета. Возрастной категории 15-17 лет. Третье место у нас занимается для девушек с законом. Второе место в данной возрастной категории — Булакова Варвара. И победительницей становится Зарипова Арина. Среди юношей 15-17 лет третье место у нас занимает Кубаев Сослан. Второе место — Хука Марк. Ну, ушла. Победителем становится Фулмарчук Илья. Ура! Иди, отдай вот этот наш балл. У нас две буквы.